Полгода назад в городе Одинцово открылся бизнес-центр – место, где предприниматели могут получить высококвалифицированную помощь и не только. Здесь проводят семинары, круглые столы, обсуждают наиболее острые проблемы развития бизнеса и ищут пути решения. День предпринимателя решили отметить в такой же форме. Мы с вами делаем одно большое дело. Каждый день нашего труда приносит маленький вклад в экономику района, области и страны в целом. Клиенты центра работали на семинаре, который вел известный маркетолог Роман Пивоваров. Как научиться идеальным продажам, как получить максимальную прибыль и увеличить обороты компании. Вместе отвечали на эти вопросы. Есть такие моменты, есть определенные такие провалы, которые мы ощущаем, да, в этом году особенно. Все-таки то мировое потрясение на финансово-экономический рынок, оно не прошло, я так понимаю, ударом и для нас, и для государства. Но как-то находим пути выхода. Больше сейчас в такой работе, значит, доверительные отношения с организациями. То есть, знаете, как вот старое купеческое слово сказал? Если я сказал, значит, я сделал. Вот кто-то работа в долг, работа в кредит. Ну, как-то находим формы выхода из всех этих таких тупиковых ситуаций. В бизнесе нет выходных и перерывов на кофе. Это непрерывный процесс, колоссальный труд. Чтобы сделать компанию рентабельной, нужно трудиться не меньше, чем 24 часа в сутки. И лучше, чтобы каждый час этого труда был максимально эффективен. Мария Шматкова, Сергей Харитонов, телекомпания «Одинцово».